гений. У нас есть ритмы из циклов, которые нечетны. На 7 ударов, на 9, 11 ударов. Обычно в Европе идет четный удар. 4, 8. Их принимать легко. Например, сейчас я буду танцевать один ритмический цикл, который 14 ударов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В Индии тоже редко танцуют, потому что сложно его принять. И, как сказали, каждый после 14-15 удара, это когда наш цикл начинает, любая композиция, которую я танцую, должна заканчивать на этом именно удар. После нескольких циклов она должна заканчивать. И вот это время на пару секунд я показываю поз, чтобы люди поняли, что я попал на главный удар. Начинаем. Спасибо. Thank you.
Большое спасибо, Груджи. Это был удивительный танец, удивительно сложный, красивый. Индийские танцы пользуются большой популярностью в Ростовской области. До данный момент там сейчас насчитывается около 10 коллективов, которым по 10, по 15, по 20 лет. Представители одного из них сегодня с нами. На сцену приглашаются солистки Народного театра танцевальной восточной драмы «Лила», город Ростов-на-Дону. В этом году коллективу «Лила» исполнилось 25 лет. Аплодисменты. Елена Лазарева.